В начале дня важно действовать быстро. Это благоприятный период, и вы успеете многое, если не станете тратить время на пустяки. Можно не только заниматься полезными делами и решать какие-то рабочие задачи, но и обсуждать серьезные вопросы с теми, чье мнение для вас важно. Даже если прежде возникали какие-то разногласия, сегодня наверняка удастся достичь компромисса. Вторая половина дня подойдет для того, чтобы размышлять о будущем и строить планы. Вы увидите возможности, о которых прежде даже не задумывались. А еще это время подойдет для учебы, она будет даваться легко. Овен, важно не идти на поводу у эмоций в начале дня. Если вы сохраните самообладание, то не скажете и не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть, не совершите досадных ошибок. В это время лучше завершать дело, начатое раньше, чем браться за что-то совершенно новое. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов, здесь любые проявления легкомыслия неуместны. Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее и плодотворнее. Это подходящее время для работы, которое прежде давалось трудно, вы с ней отлично справитесь. Телец, вас ждет насыщенный и довольно утомительный день. Придется заниматься несколькими делами сразу. Трудно будет ничего не забыть и не перепутать, но вы справитесь, поможет опыт. Лучше не спешить с важными решениями, особенно если они касаются работы или бизнеса. Здесь первое впечатление не всегда будет верным, так что стоит собрать побольше информации. Первая половина дня подойдет для самостоятельных действий, вторая же – для поиска союзников и участия в совместных проектах. Возможны приятные знакомства. Одно из них может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории. Близнецы. День едва ли будет особенно простым, но непреодолимых преград на вашем пути не возникнет. Полезно будет проявить инициативу в делах. Ее наверняка поддержат даже те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Удачно пройдет обсуждение рабочих вопросов. Не потребуется много времени, чтобы все убедились в вашей правоте. Дома может быть больше хлопот, чем обычно. Не исключены какие-то бытовые проблемы, решение которых потребует незапланированных расходов. Но и для отдыха останется время. Вспомните о давнем хобби, оно поможет отвлечься от забот. Рак, не расстраивайтесь из-за мелких недоразумений, они не будут иметь серьезных последствий и никак не повлияют на ваши планы. В первой половине дня трудно будет избежать ошибок, слишком много дел появится, придется решать несколько вопросов сразу. Но вы вовремя заметите свои промахи и быстро все исправите. Вторая половина дня сложится очень удачно, многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Появятся новые планы, близкие охотно помогут вам в их осуществлении. Вечер порадует хорошими новостями. Лев, начните день с решения организационных вопросов. Вы быстро со всем справитесь, наведете порядок. Ваши лидерские качества будут проявляться особенно ярко и на многих произведут впечатление. Всем станет ясно, вы способны не только действовать самостоятельно, но и руководить окружающими. Не исключено, что с этого начнется ваш стремительный карьерный рост. Вторая половина дня пройдет спокойнее, но и она будет удачной. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими людьми. Несложно будет помириться с теми, с кем вы были в ссоре, нужно лишь проявить инициативу. Дева, успеть сегодня нужно многое, но торопиться не нужно. Прежде чем браться за дела, расставьте приоритеты и постарайтесь разобраться, что действительно является важным и срочным, а что можно отложить. Такой подход позволит избежать лишней суеты и сохранить спокойствие. Утром едва ли кто-то предложит вам поддержку, но чуть позже от желающих помочь отбоя не будет. А все потому, что окружающие увидят, вы вот-вот добьетесь какой-то важной цели. Те, кто прежде вас недооценивал, поймут, как сильно ошибались. Вы неожиданно и почти без усилий найдете общий язык с людьми, которых прежде совсем не понимали. Весы, стоит проявить настойчивость, именно благодаря ей вы сегодня добьетесь успеха. Не все будет даваться легко, вероятны задержки в делах, нарушения давних договоренностей, какие-то неприятные сюрпризы. Но непреодолимых преград на пути не возникнет, как и проблем, которые могли бы поставить вас в тупик. Сегодня вам пригодится умение подойти творчески к любому делу, найти какие-то нестандартные решения. Окружающим понравится ваша изобретательность. Многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться. Скорпион, действуйте самостоятельно в начале дня. Едва ли кто-то в это время придет вам на помощь или поддержит ваши смелые начинания. Многие сложные вопросы нужно будет решить в одиночку. Вы с этим справитесь с помощью накопленного опыта и интуиции. Вероятны необычные предложения. Стоит как следует все обдумать, прежде чем давать какой-то определенный ответ. Вторая половина дня будет удачной. Вы легко поладите с самыми разными людьми. Со многими договоритесь о совместных действиях.
Не исключено начало сотрудничества, которое откроет перед вами новые профессиональные перспективы. Стрелец, вас ждет плодотворный день, одинаково хорошо подходящий для уже знакомых дел, и для совершенно новых. Вы найдете ответы на какие-то сложные и важные вопросы, поймете, как справиться с проблемами, казавшимися неразрешимыми. Удачно решатся финансовые вопросы, многие стрельцы заключат выгодные сделки. У некоторых представителей знака появится источник дополнительных доходов. Вероятно, хорошие новости издалека. Могут напомнить о себе люди, с которыми вы давно не общались. Легко будет восстановить отношения, найдется масса интересных тем для разговора. Козерог, день будет складываться удачно. Благодаря поддержке звезд вы многого добьетесь. Отлично справитесь с тем, что прежде казалось сложным, разберетесь в неоднозначных ситуациях. Окружающие могут особенно часто вмешиваться в ваши дела. Вы быстро поймете, как извлечь из этого пользу. Легко будет поладить с людьми, которые вам симпатичны, произвести хорошее впечатление на тех, кому вы давно хотели понравиться. День подойдет для романтического свидания, оно подарит массу позитивных эмоций. Могут сбыться какие-то давние желания. Водолей, не откладывайте важные встречи и серьезные разговоры. И для делового общения, и для обсуждения каких-то вопросов личного характера отлично подойдет первая половина дня. Вы сможете договориться даже с теми, с кем прежде не ладили, найдутся нужные слова, не появится поводов для разногласий. Будьте готовы к тому, что привычные дела отнимут много времени. Может неожиданно выясниться, что вы упустили что-то из виду, допустили мелкие, но неприятные ошибки. Удастся все быстро исправить, но это потребует усилий. Рыбы, не горячитесь. Особенно важно сохранять самообладание в начале дня. В это время не все будет складываться так, как вам хотелось бы, появятся поводы для переживаний и волнений. Но если вы справитесь с эмоциями, то быстро поймете, как лучше действовать. Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вторая половина дня – отличный период для того, чтобы проявить инициативу в делах, поделиться новыми идеями, предложить окружающим что-то интересное. Вероятны приятные события в семье. Некоторые рыбы получат хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.